Короче говоря, тайная кассета. Вторая часть. Это была пятница. На дворе шел дождь. Нет, я не хавал борщ. Я просто пил чай с печеньем. Вскоре дождь прошел, и я решил выйти на улицу. Я захотел поиграть в мяч, поэтому я решил пойти в сарай. Я туда зашел и начал искать мяч. Я его уже нашел. Что? Почему дверь заперта? Может, меня кто-то разыгрывает? Ладно, попробую ее открыть. Блин, больно было. Но кто меня закрыл? Ладно. Спустя того, как я поиграл мяч, он закатился в малину. Блин, обидно. Ну ладно, я пришел в беседку и начал дремать. Что? Почему этот очнулся? Какой-то лес. Нужно отсюда выбираться. Стоп! Кто это? Надо бежать! Нужно найти какое-нибудь безопасное место. Что? Почему падают какие-то камни? Стоп. Это что? Фух. Это был всего лишь сон. Ну и приснилось мне.